бы возраста не был человек, если у него есть еще живой отец, он на этого отца всегда будет смотреть снизу вверх. Почему? Потому что отец – это не просто биологическая роль. Вот он поучаствовал в зачатии своего ребенка, и все. А отец – это человек, это личность, как патриарх, как что-то высокое, недосягаемое. Он лидер, он тот, на кого все остальные дети равняются. И как хорошо, когда у ребенка есть отец. Как хорошо, когда папа смог чему-то научить своего сына или свою дочь. Потому что у дочери, у девочки первый мужчина – это отец. И она всех остальных в мире сравнивает с этим образом, которого она видела в своем доме, в своей семье. Мне всегда моя дочь как-то слышала этот разговор. Говорит, мама, найди мне такого, как папа. Но такого найти нельзя, потому что каждый из нас индивидуальный в своем роде. Уникальный, Богом сотворенный. Поэтому, друзья, как хорошо, когда мы не просто учим детей хорошим вещам жизни, но как мы смогли бы в жизни наставить их на самый верный путь, указать им Христа в своей жизни. Как счастливы дети, у которых папа христианин, который первый рассказал им о Боге, который первый показал им этого Бога в семье. Благословенны вы, дети, что у вас был отец, который рассказал вам о Боге. Отец, который показал вам его в вашей жизни, в своей жизни. И как хорошо, когда вы можете провести своего отца вот этот последний путь вот так вместе. Он сделал все для вас в своей жизни, что смог. А теперь нам ничего не остается сделать, как сделать и для него последнее, что мы можем. Поэтому так хотелось бы, чтобы, беря примеры с наших родителей, мы всегда благодарили Бога за то, что были те в нашей жизни, которые нас научили Его любить. И за то, что вы имели Отца. Потому что многие дети сегодня хотели бы иметь, хотели бы видеть, хотели бы держать Его за руку, хотели бы Его обнять, но они не знают даже Его. Поэтому в этой песне это выражение этих слов, что мы вспоминаем тех, которые научили Бога нас любить. Пройденный путь – это глубокое отражение веры, которую имели наши отцы и наши матери. В Христовом пути в небеса видим много примеров. Светлый образ Отца среди них светит ярче других. Светит силой любви, трудолюбия, строгости, веры, отречения себя ради Бога и ради семьи. Вспоминайте отцов, матерей, кто себя не жалея, до конца своих дней были Господу Богу верны. И смотря на их путь, память в сердце храня и лелея, будем так же верны, будем так же направлены ввысь. Вспоминая примеры отца, вспоминаем мозоли на рабочих руках, на коленях от долгих молитв.
несение креста, восприятие намеченной доли и безропотный дух от порою проигранных битв. Вспоминайте отцов, матерей, кто себя не жалея, до конца своих дней были Господу Богу верны. И смотря на их жизнь, память в сердце храня и лелея, будем так же верны, будем так же направлены вы. Путь нелегкий пролег, впереди легкий не был обещан. Нам остались следы тех, кто им перед нами прошел. Это наши отцы, наши матери, образ их вещи. Нас манит и зовет, сохраняя от зла и беды. Вспоминайте отцов, матерей, кто себя не жалея, до конца своих дней были Господу Богу верны. И смотря на их жизнь, память в сердце храня и лелея, будем так же верны, будем так же направлены ввысь. Вспоминайте отцов, матерей, кто себя не жалея, до конца своих дней были Господу Богу верны. И смотря на их жизнь, память в сердце храня и лелея, будем так же верны, будем так же направлены ввысь.